Всем привет, дорогие друзья, с вами Скряга. Сегодня на повестке дня у нас Blackjack Dice Dagger Knife. Данный кинжал я взял с одного интернет-сайта. Идея дизайна мне понравилась и решил попробовать сделать. В основном все из искусственного камня, сам клинок и игральные кости. Навершие из МДФ, пластика и декоративного гвоздя. Так. И здесь вот у меня еще пластик. А так, большая масса искусственный камень. Ну, в принципе, в руке сидит хорошо. Оригинальные размеры я увеличивал, потому что в реале он какой-то мелкий. Думаю, в руке будет не очень удобно сидеть. Поэтому увеличил на 5 сантиметров. Вот. Ну, делал этот нож для админа своей группы. Скоро ему отправлю. Вот. Ну, в принципе, все, что можно сказать про данный кинжал.